Привет, други мои! Вернулась планета. Ну как вернулась? Я попросил, чтобы он приехал. Я грешок свой исправлю по первой скорости. У меня там немножко... Я знаю, в чем причина. Я покажу. В общем, сейчас я сниму люк и достану коробку. Вот она. Красавица. Так, ну вот я снял люк. Тут дело в 5 минут. Трубу скинул, болты открутил, цепь присоединил, коробку вытянул. В этом плане очень удобна планета. Суть моей ошибки такова. Вот этот вал, я под него подложил 2 мм шайбу. Потому что все скорости, включающиеся сюда, не доходили. И вал вот этот не доходил до крышки ровно 2 миллиметра. Я не знаю, с чем это связано, но вот тут люфт был 2 миллиметра. Вот. И из-за того, что вилки были ниже, скоростя не довключались. Я поднял этот вал. Все скоростя хорошо, но первая получилась вот эта шестеренка. Поднялась, стала довключаться до конца, она вот так не доходила, стала доключаться до конца, но из-за того, что поднялся вал с вилками, она теперь не доходит 2 миллиметра до первой скорости. Когда я включаю первую, она не доходит 2 миллиметра где-то вот так. И, естественно, из-за этого ее начинает выбивать, и она рыкает. Первая скорость, она просто цепляется, не до конца доходит. Я не знаю, почему это так получилось. Что, где, не оттуда. Я боролся больше за третью скорость и за четвертую боролся, чтобы они не выскакивали. Вот. Вот, а первая у меня получилась вот эта вот третья скорость. Я делал, чтобы третья была ближе и четвертая. Вот. А первая у меня получилась в минусе. И чтобы все мои потуги не пошли прахом, все мои, которые на остальные скорости, я вот тут здесь, вот, сточу 2 миллиметра. Я опущу шестеренку ниже, вот сюда, глубже, на 2 миллиметра. А под шестеренку я подложу шайбу. И у меня первая подвинется ближе к этой шестеренке, и она будет включаться уже до конца. И все будет хорошо. Потому что по-другому я не вижу. Потому что надо или все скоростя вниз опускать, или одну первую вверх. Потому что за счет вилок я поднял все шестеренки кверху. Может, я что не понимаю. Но вот по моим, так сказать, расчетом все скоростя теперь доключаются до конца, а первая ушла. И ничего тут не поделаешь. Потому что вал этот, подвал, если подложить, ты его выше, если его поднять выше весь вал, то тогда вот эта шестеренка уйдет вниз. И не будет довключаться третья. А это чревато. Потому что третья скорость очень нужна. В общем, будем точить и собирать коробку обратно. Так, привет, други мои. Продолжение коробки планеты Иш, планета 5. Вчера я разобрал уже в 11 часов 12 ночи. Я домой пришел. Вот. Сегодня я ходил к токарю. И сделал
небольшие изменения, как бы. Сейчас покажу, что я тут наточил, чтобы первая скорость не рыкала. Вот. Вот. Я проточил 2 миллиметра. Я не знаю, еще раз говорю, почему так произошло, почему эти 2 миллиметра мне не хватило для других скоростей. Вот. Я протащил 2 миллиметра, чтобы шестеренка первой скорости села дальше. А сюда я вытащил шайбу, чтобы ее приподнять. Шайба простая, потому что упор весь идет на вал, как бы, и она чисто как дистанцер. Еще я подточил зубья вот здесь первой скорости, они были сбиты, и они или были подточен уже, потому что вот так, когда я смотрел, касалось только тремя зубами, может, из-за этого вся эта буча и произошла, что стала рыкать. Вот. Касалось тремя зубами. Я вот подтащил, стало касаться всеми зубами. Я проверял несколько раз в очках мощных. Вот. И зацеп стал на 5 зубах. Как положено. Теперь она будет за счет того, что я ее опустил ближе, включаться на полную. И хороший будет зацеп. Сейчас я это все дело поставлю и посмотрим. Так, вот показываю. Поставил я вал. Первое включается просто, там шестеренка до конца доходит. Я по поводу, почему я поднял вот этот на 2 миллиметра. Вот у меня сейчас включен, это третья скорость. Вот какой люфт. Вот. Шестеренки. Это вот третья включена. Вот. Это у меня поднят на 2 миллиметра вилки всей. Шестеренка поднялась выше. Вот. И если я этот вал опущу, как он положено, там миллиметровые шайбочки, кого там меньше миллиметра, там десятки, ну на 2 миллиметра он вниз опустится, то здесь будет просто огромный люфт. И не будет доставать включение, не будет довключаться просто. Вот. Почему я и поднял этот вал. Вот. Сейчас все прекрасно включается. Вот включилась первая. Вот первая включилась. Она там, если видно, вот. Вот. Вот она, все, плотняк. До этого она не доходила 2 миллиметра до этой звездочки. И вдобавок еще цепалась всего тремя зубами. Вот я проточил вал, подвинул сюда первую скорость поближе и под нее подложил шайбу. И стало все четко. Вот она, первая скорость. Вот переключаю. Значит, если я вверх, вот сюда. Переключаю сейчас на нейтралку. Вот, нейтралка. Нейтралка. Ничего нигде не цепает. Нейтралка. А это вот сейчас будет третья. Так. Вот. Вот третья. И третья включилась. Вот, люфтик минимальный. Все. Не знаю почему, не знаю почему коробка так опустилась вниз. Вся. Вот. Вся коробка опустилась вниз. Из-за чего первая не доходила. Теперь я сейчас все это дело соберу. И попробуем, поездим. Все должно быть четко и прекрасно. Так, пробуем, в общем. Я ее сейчас выставил, чтобы все скоростя попадали в зацеп. Значит, первое.
Замечательно, первая включилась. Дальше, вот это должна быть вторая. Нейтралка, вторая, вторая включилась. Дальше крутим, сейчас вот эта шестеренка войдет. Третья, вот она, вилка поднялась. И четвертая поднялась. Второй, четвертой скорости. И назад. Вот так вот, третья вот эта вилка поднялась. Дальше идет вторая эта шестерня опустилась. Нейтралка и первая. Вот это нейтралка. Так, все должно быть в изюме. Сейчас я ставлю крышку, закручу и пробуем. Так, намотал я нитку, вот, не знаю, видно, нет. Привязал вот так, ниткой связал. Нитку, скажу я вам, завязать. Это хуже и сложнее, чем коробку собрать. Настолько неудобно. Вот. Сейчас помажу и буду ставить крышку. Ну так, ребята, люк я поставил. Не без эксцессов, конечно. Забыл шайбу на вал переключения. Пришлось снять опять. Опять поставить. Ну а что ж поделать. Бог троицу любит. Все равно третий раз пришлось разобрать. И замазал вот эти вот лючки тоже герметиком, потому что с них сочилось масло. Так вот. Сейчас пойду попью чайку и дособеру его. Так, ну что, я собрал мотоцикл. Поставил все на место. Заводить я сегодня не буду. Проверять тоже. Завтра я залью масло. Пускай там герметик подсохнет. И завтра попробуем. Время уже поздно, наверное, 11. Да. Завтра попробуем проехать. Но я думаю, должно быть все хорошо. Ну и на этом все, пока.